Привет, девочки и мальчики! Как дела? Заскучали? А наша прыг-скок команда приготовила для вас новое приключение. Присоединяйтесь к нам, пришло время веселой разминки. Вы готовы? Да! Тогда поехали! Привет! Привет! Как дела? Хорошо! Мы веселимся? Да! Итак, чтобы нам как следует повеселиться, поиграть и порезвиться, я предлагаю сейчас же отправиться в путешествие. Например, в путешествие на море. Идет? Да! И вас, ребята, мы берем с собой. Ну что, нырять, прыгать и плавать готовы? Да! Тогда все по порядку на веселую зарядку становись! Ребята, расскажите-ка мне, пожалуйста, а кто из вас уже был на море? Я! Ты была, Юлечка? Расскажи, что ты там делала. Плавала, увидела там улитку, она была. Ничего себе, какая большая улитка. Лиза, а ты была на море? Да, я в Болгарии была. Здорово, что ты там делала? Купалась вместе с папой. А что, ребят, все уже умеют плавать? Да! Итак, поставили ручки к груди, представили, что погода у нас хорошая, настроение тоже отличное. Итак, сначала брасом плывем два раза. Раз и два. А теперь кролем, высоко поднимая ручки. Раз, два, три, четыре. Ну что, у всех получается? Да. И начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И рассекаем волны, теплая водичка. И раз, два, три, четыре. Ох, как здорово у нас Лиза плавает. Два, три, четыре. И раз, два, три. И вместе со мной. Раз, два, три, четыре. И последний раз, два, три. Закончили. Ну что, ребят, хорошее у нас путешествие получается? Да! Замечательно. Плавать мы научились, а да. Теперь мы будем учиться нырять. Ну-ка, расскажите-ка мне, а кто из вас опускался на глубины морские? Я! Ты опускалась, и что ты там видела? Морскую звезду. А мой папа и брат опускались, и мне рассказали, что они видели акулу. Будем нырять! Итак, для того, чтобы нам нырнуть, нам нужно зажать нос, чтобы туда вода не залилась, да? И опуститься. Всех получилось? Да. И поднялись. Всех получается нырять? Да. Замечательно! Мы будем нырять у нас в студии, а вы ныряете у себя. Да. И начали! Раз, два. Вынырнули. И снова занырнули. И вынырнули. И нырнули. Молодцы! И вынырнули. И нырнула, Юлечка, глубоко-глубоко. И вынырнула. Молодец! Нырнула. Ух ты, как здорово! Вынырнула. Здорово, отлично. И запускаемся, опускаемся. И вынырнула. Супер. И ныряем. И вынырнули вместе со мной. Нырнули. И вынырнули. И еще раз. И вынырнули. И последний раз занырнули. И вынырнули. Отлично, закончили. Ну что ж, кто из вас что видел на глубине? Акулу. Акулу. А я морскую звезду. Морскую звезду. А покажи, какая она морская звезда. Ух ты, вот какая морская звезда. Ну что ж, будем играть морскую звезду? Встали, выпрямились. И раскрылись. Собрались. И еще раз раскрылись. Собрались. Ну что, получается? Ну что ж, поиграем в звездочек вместе. Начали. Раз, два, три, четыре. Раскрылись, закрылись. Раскрылись, закрылись. Широко-широко раскрылись, закрылись. Широко. И раз, два, и три. Прыгнула. Четыре. Ничего себе, какая морская звездочка. Три, четыре. И раз, два. Красивые звезды я вижу. Ух ты, как здорово. Раз, два. И прыгнули. Закрылись, прыгнули, закрылись. И вместе со мной закрылись, раскрылись. Два, три, четыре, два. И последний раз закончили. Замечательно. Мы с вами и поплавали, и поныряли, и морскую звезду видели. А сейчас я предлагаю отправиться в путешествие на лодке. Идет? Да!
Итак, взяли весло в правую руку, зачерпнули воды в левую руку, зачерпнули. И еще раз в правую, зачерпнули. В левую, зачерпнули. Ну что, получается? Отлично, мы с вами поплывем далеко-далеко по волнам. И вы, ребята, вместе с нами. Приготовились? Начали! Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Плывем, плывем. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Быстро лодочка плывет. Четыре. Раз. Выше руки поднимаем. Выше, выше, выше. Ну что, все доплыли? Да. Замечательно, закончили упражнение. А сейчас мы с вами будем управлять большим-большим кораблем. А кто у нас управляет большим кораблем? Капитан! Правильно. А чтобы капитан мог смотреть далеко-далеко, что ему нужен? Бинокль! Бинокль, правильно. Ну что ж, маленькие капитаны, взяли свои бинокли. И посмотрели, что это у нас там далеко-далеко-далеко, наклонились, что там такое на горизонте. Пираты, может быть? И выпрямились. Итак, капитаны, отправляемся в кругосветное путешествие. Полный вперед! Взяли бинокли. И начали, наклонились. И выпрямились. Что это у нас там впереди? И выпрямились. Ничего себе, остров там впереди. Выпрямились. И волны там, и море. Волны вперед! И выпрямились. И вместе со мной наклонились. И выпрямились. Наклонились. Еще разок. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Закончили. Замечательно. Отлично. Ну что, ребят, весело у нас получается путешествие? Да! Плавать научились? Да! На лодке покатались? Да! И даже управляли большим кораблем? Да! Ну что, тогда свистать всех наверх и повторим нашу морскую прогулку. Итак, приготовились. И поплыли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, плывем, плывем, плывем. И раз, два, три, четыре, и кролим. Два, три, а сейчас опускаемся на дно. Опустились. И вынырнули. Опустились. И вынырнули еще раз. Опустились. И вынырнули. Опустились. И сейчас мы увидели морскую звезду. Морская звезда. Собрались. Звезда. Собрались. Еще звезда. И еще одна. И еще одна, еще одна. А теперь у нас будет лодочка. Присели. Одно весло подняли, второе. Одно и второе. И раз, два, три, четыре. Раз, два. А теперь у нас капитан. Взяли бинокли, наклонились, выпрямились. Наклонились, выпрямились. Наклонились. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Отлично. Да. Ну что ж, поиграли? Да. Устали? Да. Мы с вами как следует повеселились и даже совершили настоящее кругосветное путешествие. И теперь можно смело отправляться по своим делам. И отдохнуть. Наше полезное занятие подошло к концу, но мы с вами прощаемся ненадолго. А вы можете повторять наши упражнения каждый день, и тогда будете веселыми и здоровыми. Пока!